Знакомьтесь, Кирилл Михайленко, мальчику 3 года. Эта история начинается, как десятки других. Беременность у мамы протекала нормально, никаких осложнений. Вот только после родов малыш сразу попал в реанимацию, и уже позже врачи поставили диагноз – врожденный порок сердца, единственный желудочек. Сегодня здоровьем ребенка занимаются томские кардиологи. Кирилл уже перенес 4 операции на открытом сердце. В феврале этого года кардиохирурги оставили в сердце Кирилла фистулу – отверстие между протезом сосуда и правым предсердием для разгрузки предсердия при кровообращении. Но лечение Кирилла не закончено. Сегодня фистулу необходимо закрыть. В настоящее время Кириллу показано завершение гемодинамической коррекции в виде закрытия фенестрации, сообщения между нижней вдольной веной и правым предсердием, специальным устройством, что позволит улучшить насыщение крови кислородом, повысит переносимость физических нагрузок и даст возможность Кириллу жить и нормально развиваться. На данный момент Кирилл не здоров. Он шумно дышит, быстро устает, особенно сейчас, когда на улице жарко и душно. Но главный враг Кирилла не жара и физические нагрузки, а время. С момента последней операции на открытом сердце и до эндоваскулярной операции, которую врачи готовы провести сейчас, должно пройти не больше полугода. Осталось около 2 месяцев. За это время необходимо собрать 335 тысяч рублей. Для семьи с больным ребенком, где работает только отец, сумма неподъемная. Предыдущие операции это у нас квота была, нам выделялась квота, а в этот раз нам сказали, что квоты не оплачиваются, то есть нужно самим, да. Но так как у нас мы не можем собрать такую сумму, подсказали, что обратиться в Росфонд, что помогут собрать, и вот нам пришлось вот обратиться. Читатели сайта «Русфонд» соберут 255 тысяч рублей, не хватает 79 тысяч. Именно эту сумму фонд просит собрать жителей Хакасии. Для помощи Кириллу отправьте на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте «Русфонд». Врачи обещают, что после операции мальчик выздоровеет и ничем не будет отличаться от своих сверстников. Конечно, спортивную карьеру Кириллу не сделать, но бегать, прыгать, жить и радовать родителей у мальчика получится. Олеся Калиниченко, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.